Косметический ремонт в 66-й школе завершен. С результатом работы ознакомился глава города Владимир Шарыпов. Напомним, пожар в образовательном учреждении произошел 9 ноября. Сгорела раздевалка на втором этаже. Толстым слоем копоти покрылись стены и потолок в коридоре. Ремонт обошелся городскому бюджету 2,6 миллиона рублей. Это и замена линолеума, это и потолки Амстронг, стены. Окна новые, пластиковые поставлены, большой объем по электромонтажным работам, восстановление автоматической пожарной сигнализации. То есть весь комплекс работ, который позволил привести помещение в состояние, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам. За сгоревшие куртки предусмотрена компенсация. В настоящее время специалисты соцзащиты подготовили весь пакет документов для оказания материальной поддержки в размере 10 тысяч рублей на одного пострадавшего. Заявление на получение этой суммы написали 157 семей, в которых дети лишились зимней одежды. В случае экстренных каких-то ситуаций сделать так, чтобы у нас координация вместе была с бизнесом, потому что бюджетный процесс по выплате денежных средств пострадавшим иногда может занимать какое-то время. Несмотря на то, что мы в первую неделю приняли решение о том, что денежные выплаты будут людям, которые и имущество которых пострадало, но только сейчас мы эти выплаты начинаем производить. Замечаний по ремонту у мэра не нашлось. В процессе приемки будут задействованы сотрудники администрации. Если у них возникнут претензии, они смогут адресовать их подрядчику. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.